Ну что ж, плотно позавтракав, разумеется, традиционной пиццей Сергей's, мы приехали в Japan Car, чтобы подтвердить нашу традицию. А традиция автостопа неизменна. Мы вам не навязываем автомобили, мы вам даем конкретную информацию. И вот те автосалоны, которые почему-то с нами не работают, знаете, почему не работают? Потому что они требуют от нас, а давайте увеличим продажи. Но мы же не занимаемся рекламой, мы занимаемся информацией. И мы занимаемся тем, что в вашу голову, в голову наших любимых телезрителей, вносим информацию и сомнения о стоимости, допустим, приобретения различных автомобилей. Я имею в виду не стоимости приобретения, а целесообразности приобретения. Потому как большинство самых продаваемых машин в городе, это машины ориентированы, между прочим, не на Европу, не на Японию, не на Америку. Это машины ориентированы на Китай. Вот мы их и покупаем. А тот, кто хочет себе купить машину, ориентированную на нормального автолюбителя, тот должен для себя выбрать, к примеру, Japan Car. Тем более, что возможность такая есть, советская 160, там чуть-чуть дальше проедьте. И зайдите, посмотрите, эти Юпьери сегодня там стоят машины. То есть вот представьте себе, это почти что Владивосток. Но машины без пробега доставлялись железнодорожной сеткой, и это машины аукционные. То есть, пожалуйста, возможность выбора и возможность сравнения есть. И ничего, что правый руль. Теперь я вам расскажу, что есть в этом правом руле и что это за автомобиль-то. Автомобиль-то Mitsubishi Colt Plus. И я немножко себе испортил настроение, знаете, чем? Тем, что сел в автомобиль 2005 года выпуска. И что это за машина? И как она сделана? А сделана вместе и на базе Mercedes A-класса, кстати. Элемент подвески здесь в том числе и от этой машинки. Но в данной конкретной комплектации и в данном конкретном автомобиле цвет серый металлик, он вообще в тюнинге хорошем. То есть последняя модель Xenon, все дела, гидрокорректоры фар автоматически, багажник даже тот автоматически открывается, то что внутри, а внутри любимая моя тенденциозная американская ручка переключения передач и свобода и пространство для пассажира и для водителя, потому как нету центральной консоли. Ну что же это за безобразие? Хватит ручки переключать, надо ездить на автомате. На автомате с климат-контролем. И в тюнинге, между прочим, в специальном аудио-тюнинге, аудио-визуальном тюнинге. Еще раз говорю, проедьте в любой салон, посмотрите, найдете что-то подобное. Ну, я тогда вам сильно позавидую. Вы найдете это все в Japan Car. Что на Металлургу 12 вы можете заказать аналогичные машины, но если ждать неохота, и есть и такие люди, и я таких людей тоже понимаю, потому как петух, когда жареный, клюет, ну, тут не до вопросов. Тут время брать. И время брать автомобили. Так, а теперь что мы можем себе позволить на этом автомобиле, минивэне, между прочим, с дистанционно открываемой крышкой багажника и сделанным. Даже с чехлами, с такими удобными, просто кайф. Мы можем погонять, потому что двигатель стоит 1.5. Нифтек. Новенький абсолютно двигатель. Пожалуйста, посмотрите. То есть, новее машины и в более свежем кузове нету. Касаемо правого руля. Не буду ничего говорить. Тут, как говорится, один факт скажу. Вот есть у меня семья, да, я, жена, два брата, если брать возрастной категории. Я понятно, по фазе и по автомобильной сдвину, да, есть у меня японские машины. Так вот, мои братья взяли тоже по японскому автомобилю, в правом руле, никаких проблем, да, не только удовольствие и не детские восторги. Что же касается моего не детского восторга, то давайте поговорим о цене этого автомобиля. А цена этого автомобиля, собственно говоря, не такая уж и большая. Составляет 385 тысяч рублей. Для автомобиля с пробегом 27 тысяч километров 2005 года делайте вывод сами.